Доброго времени суток всем, добрые наши волшебники, зрители канала, гости канала, новые подписчики. Сегодня у нас позитивный ролик о том, как нашли и обрели семью наш Татоша с приюта и девочка Жанна, которую я привезла с Краснодарского края. Буквально в понедельник я отвезла и Татошу, и Жанну в Москву. Они обрели своих мам и пап. Хотелось бы, конечно, как можно больше людей откликались, обращали внимание на наших собачек и забирали их к себе в семью. Ну, смотрим ролик и, как всегда, комментируем, ставим лайки, обязательно пишем комментарии и наслаждаемся минутой счастья. С большим уважением к вам, волонтер бездомных животных и приют «Твори добро» Наталья.